Всем привет! И снова Sculptris Alpha 6 изучаем. Очень хорошая альфа программа. Работает как в плане тестирования она. Может, выйдет новая еще получше. Но для обучения, допустим, вы занимаетесь скульптурой. И вот программа для вас незаменима, в принципе. Как сделать каркас, как она себя ведет, про эту модель, чтобы вам посмотреть тяжесть, где у нее уходит, где излом, как она отцентрована, динамична или это. В принципе, как симулятор для скульпторов, очень хорошая программа. Профессионально, кто занимается, тоже для обучения, для первых навыков. Очень полезная, рекомендую. Вот я учусь до сих пор. Хорошо получается. Нет, как объясняю, пишите. Давайте теперь посмотрим. Вот мы делали эту модель Sculptris. Вот такая у нас получилась. Давайте теперь попробуем эту модель сделать ZBrush. Открываем ZBrush. Со сферы мы ее не будем делать. Принцип понятен. И тут то же самое. Давайте откроем Z-сферу. Вот такая тут есть сфера. Нажимаем Edit. Кнопка X включает симметрию. Вот вы видите, появилось у нас два значка. Вот теперь давайте нажимаем и вытягиваем. Вот такая у нас получается фишка. Теперь делаем один клик. Вот видите, опускаемся. И, допустим, вот это будет у нас шея, да? Ну, так сделаем. Вот, отмечаем и влево, в бок. Нажимаем два клика по пустой поверхности. Вот, теперь отсюда давайте вытянем руки. Вот так это дело у нас будет. Вот так это пусть будет плечи. Вот так мы их сделаем. Опять два клика. Теперь давайте еще вытянем у нас это движется. Давайте сделаем сначала ноги. Опять вот вытянем их. Наверное, ноги будут худые сильно. Ну, вот так мы их сделаем. Здесь я каркасы эти очень не люблю. Поэтому за объяснение, как уж смогу, объясню их. Поменьше поставим. Я люблю вытягивать из сферы полностью каркас. Он тогда четче получается.
Можно, конечно, делать и тут, кому как понравится слово. Он у нас человек будет пышный. Вот так мы руки ему отведем. Теперь от центра пометим плечевое ему. Вот здесь будет плечо. Вот так это дело все будет. Поставим побольше. Вот так вытянем. Вот. Сейчас наметим колени. Точно так же намечаем колени. Здесь можно отметить. Нельзя, пардон. Давайте вот тут наметим колени. Вот так у нас модель будет выглядеть. В принципе, кликаете и тянете. Ничего тут такого. И по свободной части. Ну, вот так вот где-то у нас получается. Я не буду, а то видео затянется. Теперь, чтобы посмотреть эту Z-сферу, вот этот наш каркас, надо нажать А. Вот мы нажимаем, у нас получился вот такой вот каркас. Нажимаем опять А, он у нас исчезает. Ну, чуть-чуть отключить симметрию, и можно его... корректировать как нам надо, допустим, вот вытягивать. Так будет у нас колено, так вот будет нога. Опять же, можно вот этими кнопками Move, Scale, ротация все это дело уменьшать, увеличивать. Словом, пробуйте. Вот так вот можно ротации делать. Видите? Вот так вот. Вот такой каркас у нас тут получается. Но им еще работать нельзя. Надо нажать Make Polymesh, чтобы появился Subtool. И в следующем видео я расскажу, как уже можно будет подготовить этот Subtool для работы. Вот видите, надо ему еще несколько моментов сделать, чтобы он был рабочий. Я в следующем видео объясню все. Всем до свидания. Всем пока.